Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Мой канал про редкие монеты Украины. Также эти монеты встречаются в наборах, годовых наборах. И именно в сегодняшнем выпуске я куплю себе или постараюсь купить новый набор, которого у меня еще не было. Вот такие наборы у меня есть. Я в отдельном выпуске их покажу, вы узнаете. Но вот где можно посмотреть такие наборы, это вот в такой замечательной книге Максима Загребы. Здесь у нас указаны все наборы, которые были официально выпущены. И вот здесь есть такой набор, который был не в Украине, а в Германии. Был сборный с редкими монетами. И такого набора у меня в коллекции, как видите, еще нет. Я поучаствую в электронных торгах на сайте Violity. Я регулярно там покупаю для себя и рекомендую приобретать себе редкие вещи именно там, потому что там можно посмотреть отзывы, можно посмотреть, почитать комментарии на монеты, на наборы. И я поучаствую, значит, такой вот набор у нас выставлен сейчас на торгах. И вы узнаете, вы увидите, как, собственно, происходят торги, какую стратегию торгов я для себя выбираю. Вот такой набор сейчас там выставлен. Это 25 копеек, 50 копеек, 1 гривна 2001 года, плюс еще 10 копеек 2003 года. Здесь оценивается он в 4000 гривен. Книжка, кстати, довольно новая. И я поучаствую, потому что очень хочется такой себе наборчик приобрести. Но торги бывают такие, что бывает очень выгодно, можно купить себе что-то супер дешево, а бывает, что много участников, желающих, и просто нереально по нормальной цене взять, ну или по той цене, которую сами себе закладываем. Так что, друзья, давайте сейчас поучаствуем в торгах. Надеюсь, я их выиграю и покажу вам набор вот так вот у меня на столе среди всех-всех наборов, которые у меня есть. На самом деле, это тот формат, когда монеты просто в идеальнейшем состоянии, когда вы их коллекционируете. И действительно, здесь есть и описание монет, и дополнительная информация. Всегда в наборах они ценятся, и на подарок довольно хорошо их приобретать, ну и дарить довольно классно. Давайте начнем торги, и удачи мне! Я поставил ставочку, давайте сделаем ставку, подтвердим, посмотрим, что сейчас у нас по ценам. Я, значит, сейчас цена 2803 гривны. И мы видим, что вот мой аккаунт поставил, и еще вот есть аккаунт, который перебил мою ставку. Значит, давайте попробуем поставить 2810 гривен. В принципе, у меня такого набора нет. Ну, особенность какая? Особенность того, что эти монетки... Ага, есть, он стоит, поставил какой-то, скорее всего, автоматический торг, да, то есть какая-то цена у него стоит до какой-то суммы. Давайте попробуем угадать, сколько, чтобы перебить. 2000, например, 800 80. 2880 гривен поставим. И посмотрим, что сейчас. Значит, у нас 2836. Видите, я перебил фактически, да, и у нас подключается Остап. Вижу, что он будет также участвовать в торгах. Давайте посмотрим. Интересно, до скольки у нас будут торги. Я думаю, это будет интересно. Это будет интересно, потому что все ждали этого набора. Целых 50 человек следило за лотом. Давайте поставим 2000, ну, 900 гривен поставим. 2900 гривен, подтвердим. Так, что у нас по... Видите, уже ставка не принята. А почему не принята? Давайте посмотрим. Давайте... Да, попробуем обновить страницу. Нажимаем сделать ставку, нажимаем подтвердить. Обновляется страница, и у нас ставка должна быть принята. Так, обновляем страницу. Ага, также я не являюсь лидером торгов, потому что 2900 мы видим, Остап также ставит. Давайте поставим 3000. Гулять-то гулять.
Подтвердить. На 100 гривен сразу. Обновим нашу страницу, посмотрим, обновились ли ставки. Вот, видите, вот эта надпись должна быть. Вы лидер торгов, то есть 2916 гривен. Именно данная ведь ставка лидирует. Давайте посмотрим, будет ли кто-то ее сейчас перебивать. Уже 111 ставок, 50 человек следит за лотом. В целом, особенность этих наборов, что их собирали в Германии из тех монет, которые, собственно, отправляла Украина им в улучшенном качестве чеканки. У нас такого набора, ну, во-первых, у нас есть 2001 года самый набор, а потом следующий набор, который официально у нас выпускался, был 2006. Получается, между этим периодом у нас наборов не было, и вот этот набор, скажем так, включает в себя монетки 2001, 2003 года, 92. Так, что мы видим? Я поставил 3000 и меня почему-то перебили. Странно. Не пойму, в чем особенность. Наверное, 2999. И какой-то вот еще нулевой аккаунт зашел. Давайте попробуем подтвердить ставку. Следующую. Может быть, у нас шаг идет такой, что не очень не перебивает. Так. Сделаем ставку, подтверждаем. Ставка лидирующая на 7. Ага, значит, моя ставка сейчас лидирующая на этот момент. Давайте обновим, посмотрим. Да, 3001 гривна, моя ставка лидирующая. В целом, за данный набор, вот мы видим. Так, ну что мы видим? Сейчас стоит моя 3001 гривна на данный набор. В целом, чем интересен этот набор? Конечно же, состояние монет здесь... Ну, в повышенном качестве чеканки. Вот, ну, надеюсь, я сейчас выиграю этот набор, вам покажу его уже как только он ко мне приедет. А для вас это должно произойти очень моментально, скажем так. Вот. Ну, еще нужно как бы победить в торгах. Видите, еще ставки у нас продолжаются. Мы также подтверждаем ставку. Вот. 5 минут даются на, собственно, на торги. На участие вот в таком вот соревновании, можно сказать. Так, это у меня будильничек напоминает, что надо бы поставить ставку. Что 3003 гривны на данном этапе у нас цена на этот набор. Что мы еще можем посмотреть? Что мы видим? Это у нас раздел «Монеты Украины. Обращение пробные». Самый популярный раздел на Виолите, как по мне, да, потому что здесь представлены всегда очень интересные для меня лоты. И вообще Виолите славится тем, что здесь много коллекционеров, которые собирают именно монеты Украины. Из таких вот прямо очень интересных вещей я вижу выставлены и 15 копеек, и 1 шаг, и 50 шагов мои выставлены, вот еще 15 копеек 92 года. Сейчас я вам покажу более подробно. Давайте глянем, что у нас по торгам по данному лоту. 3 минуты у нас, 3 минуты идут торги. Вот. Значит, что хотел вам показать? Ну, один шаг, конечно, очень интересное изделие. Я думаю, что цена должна быть приличная. И что еще могу заметить? Что хотелось бы поучаствовать, конечно, в этих торгах. Единственный момент только с доставкой из Российской Федерации, потому что нужно будет, получается, каким-то образом предоплату внести, и потом только данное изделие будут отправлять. Он может называться монетовидный жетон или, ну, пробная монета, некоторые так называют. Вот, довольно интересная вещичка, хотелось бы, конечно, к себе в коллекцию иметь. Что мы видим сейчас по нашему набору, за который я торгуюсь? Видим, что ставки у нас поставили следующую ставку. Другой участник, видите, у нас, который ставил, тоже решил поучаствовать. У нас, давайте мы поставим 3000. Так, у нас 30, например, 20. 30-20. Так, на самом деле главное не ошибиться количеством нулей, а то не поставить на него
30 тысяч, потому что такое бывает, люди случайно ошибаются, и потом цена просто колоссально куда-то идет, летит. Вот, давайте посмотрим. Вообще, когда я участвую вот в таких торгах, мне, конечно, всегда азартно, потому что, ну, ты не знаешь, выиграешь ты, не выиграешь какой-то лот, какая будет вообще цифра. У меня были примеры, когда я ставил и уже понимал, что уже дороже рынка какая-то вещь, но вот этот азарт, вот это состояние, когда ты делаешь ставку, думаешь, блин, ну все, он у меня будет на этом столе, я вам его покажу, или нет, или он сейчас на него поставит столько, что, ну, нет смысла просто за него переплачивать. За такой набор, который, в принципе, еще появляется и на слетах коллекционеров и так далее. Как мне говорят некоторые продавцы, которые покупали эти наборы очень-очень дешево, говорят, да, ну, их вообще тогда в пачками покупали, вывозили, они стоили там по 200 гривен, и, скажем так, никак не ценилось это все. А сейчас, конечно, тема монет Украины растет, у нас монетки убирают из оборота 1, 2, 5, убрали уже 25 копеек, убрали, то есть фактически все уходит, гривну тоже у нас убирают золотую. То есть это поэтому лот становится более интересен. Так, мы видим 3200 поставили сейчас. 3200. Ну, давайте подождем немножко. Посмотрим, как будут развиваться торги. Будут ли сейчас перебивать эту ставку другие участники. Или как-то по-другому. Ну, поставим где-то, когда останется, например, там 1 минута, да, или 2. Что я хотел вам еще показать по этому разделу монет Украины. Всегда здесь можно посмотреть, что-то найти себе интересное, причем по разным ценам. Есть вот, например, игрину 92-го года, очень интересная и довольно редкая монета. Кстати, вот мы видим, это невероятно, две монеты гривна 92-го года прямо выставлены, и я удивлен, что у нас торги идут сейчас почти два разных продавца, но сама по себе гривна с гладким гуртом, она и там одинаковая, получается только, ну здесь у нас фикс прайс, стоит фиксированная цена на данное изделие, на данную гривну, назовем ее, ну, это все-таки гривны, даже которые можно рассчитаться при желании, но, конечно, этого делать никто не будет, потому что очень редкий год, и монетка считается пробной, 92-го года, гладкий гурт. Вот, давайте пока это закроем. Ну, интересно, конечно, посмотреть, что здесь у нас будет, 14 тысяч по стоимости данного. Мы видим, здесь робот работает, то, скорее всего, резервная цена стоит, подстраховывая, скажем так, участников для продавца, если он хотел конкретную какую-то цену. Так, мы видим, остается 3 минуты, пока ставок нет, стоит ставка от, можно сказать, нулевого аккаунта. Давайте пока не будем ставить, посмотрим, что у нас по данным другим участникам, будут ли они ставить, потому что интересно, когда ты участвуешь, интересно, чтобы всегда все было честно и азартно. Вот я за это. Так, у нас шаг медь я вам показал, уже выставлено, осталось 3 дня, последим обязательно за торгами. 50 шагов, ну, это мои, я не ставил их с гривны, хотя, возможно, в будущем поставим, ну, конечно, с какой-то резервной ценой, ну, меньше, чем здесь заявлено, конечно же, меньше. Вот здесь, если, конечно, есть желающие приобрести, пожалуйста, делайте ваши ставки, 5 дней, данный лот открыт для предложения. Есть 15 копеек и подороже. Так, что мы смотрим? 2 минуты осталось на данный лот. Смотрите, у нас 2 минуты, пока нет ставок. Нет ставок, посмотрим, почему же другие участники не участвуют. Непонятно. Хотя, в принципе, данный наборчик, похоже, был продан, вот точно такой же за 3405 гривен в сентябре прошлого года. В принципе, за годик, может, цена уже и подросла. Но всегда, конечно же, у нас всегда цена зависит от
желающих поторговаться, то есть от тех, кто, собственно, ставит ставку. Сейчас мы видим, что я ставку не ставлю, и другие участники, можно сказать, за минуту до завершения данных торгов никаких действий не, скажем так, предпринимают. Давайте подумаем, на какой секунде поставить. Конечно, не хотелось бы прямо на последних секундах ставить ставку. Ну, хотя бывает и такое, что заходишь и делаешь ставку на последних 3 секундах, твоя ставка принимается. Ну что, друзья, давайте сделаем ставку. Видим, что другие участники не ставят. И попробуем сейчас перебить. Посмотрим, что у нас. Сейчас таймер должен обновиться. Да, он обновился. То есть я являюсь в данном случае лидером торгов. То есть перебиваю этот, собственно, нулевой аккаунт. Вот. И мы смотрим, что же у нас дальше. В принципе, цена, я думаю, можно поторговаться до определенной цены, которую вот я, например, заложил для себя, что я готов приобрести данный наборчик себе в коллекцию, так как я покупаю исключительно для себя. Бывает, что выставляю что-то на Виолете, бывает, что-то приношу в клуб коллекционеров. Вот, это всегда интересно. Может быть, с кем-то даже меняюсь какими-то монетами или какими-то наборами. Ну, давайте посмотрим, что будет у нас в данном случае. Тут мы видим, какие-то у нас даже есть сертификаты. Давайте подробнее посмотрим. Сертификаты, что... Ага, сертификат к данному набору. Какие туда входят монеты и описание. Вот, мы видим описание у нас. Собственно, все монеты, их параметры. Угу. 3000, в принципе, 3000 гривен, 3200. Это довольно приличная цена такая за, можно сказать, за такие монетки. У нас сколько тут? Да, то есть довольно приличная цена. Поставили вновь ставку. Гляньте, вновь ставку. Интересно, какой участник, тот же участник, на 50 гривен поднял ставку. Интересно, интересно посмотреть. Давайте глянем, кстати, нашего продавца. Активные лоты. Собственно, вот такие. Он, кстати, довольно красивая монета. Мне кажется, прям с такой патиной необычной. Как вам патина? Прям очень круто. Давайте даже тоже поучаствуем. Поставим 150 гривен. Потому что действительно патина прям интересная. Ну, и надо бы поизучать, потому что подобные патины сейчас носятся и средствами разными, и по-другому как-то. Так, что у нас тут? 3 минутки. 3 минуты до завершения торгов. 3250 гривен сейчас у нас. Мы видим. И, как видите, мы начали там вообще с 2 800, да, 2 800 поставили, можно сказать, первые ставки с такой, с 2 800, со 100 долларов, можно сказать. 2 минуты у нас 55 секунд. Попробуем сделать ставку. $3,250. У нас там по торгам. Я поставил еще 1 гривну. Мы продолжаем, продолжаем торги на данный лот. 40 секунд. Возможно, этот набор приедет ко мне. Ну, посмотрим сейчас, как закончатся торги. За пару мгновений мы сейчас узнаем через 10 секунд. Давайте проверим, являюсь ли я лидером данных торгов. Как видим, что да. У нас 2 секунды. И лот продан. Ну, что ж, друзья, как видите, я купил данный лот на Виолете. Мне осталось связаться с продавцом. И за пару мгновений я вам покажу этот набор. И дальше я покажу вам оставшиеся наборы, которые, собственно, шли у нас
дальше с 11, 12, 13 года, дальше покажу вам 14, 15, конечно, 16 и до 2020 года. В 2021 году также у нас есть набор, но он пока еще ко мне не доехал. Ну что, друзья, а теперь пару мгновений и смотрим этот набор. Ну что, торги у нас завершились. Я победил в этом электронном аукционе. Друзья, я очень рад, потому что это мое хобби. Я покупаю эти монетки для себя, и я верю и знаю, что цена на монеты Украины будет только расти, потому что тема интересная. Каждый день появляются новые выпуски от блогеров, новые каналы, которые занимаются обиходными и просто юбилейными монетами Украины. Ко мне приехал этот наборчик, вот он, я еще его не смотрел, с ним вот есть вот такой замечательный паспорт. И я сниму сейчас отдельный видеоролик, покажу вот эти наборчики. И мы посмотрим более детально вот этот замечательный набор, новый, который я купил для себя. Друзья, ну что ж, давайте смотреть следующее видео. Вот здесь оно будет в рекомендациях. Как только под этим видеороликом мы наберем 250 лайков, я выпущу. А сейчас пошел снимать конкретно этот набор.